один человек попросил имама Джафар Садика, да будет мир с ним, указать ему путь, по которому может постичь Бога и Творца всего, доказать ему существование Аллаха. Имам в ответ спросил, садился ли ты когда-нибудь на корабль? Тот ответил, да. Случалось ли твоему кораблю терпеть крушение, а рядом не было ни другого корабля, чтобы спасти тебя, и сам ты не умел плавать, чтобы спастись? Да, было, в этот момент. Когда ты терял всякую надежду получить помощь от кого-либо или чего-либо, не зарождалась ли в глубине души твоей надежда, что спасение придет и опасность минует? Да, было. Я чувствовал это и верил в существование такой силы, которая могла бы спасти меня. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал. Сила, к которой ты обращался в душе своей, есть Аллах. Тот, к кому человек взывает в самые трудные и беспомощные моменты жизни своей. Есть Аллах, великая сила, к которой человек обращает свой взор после того, как убрана завеса высокомерия, тщеславия и мирских привязанностей, ища помощи и спасения. Есть Аллах, Аллах, Творец мира, сила, утоляющая нужды и дающая спасение людям, идущим по дороге жизни, изначальный и вечный покровитель рода человеческого, источник надежды и утешения, указывающий дорогу правды и истины. Есть великий и всемогущий Аллах,